Итак, ребята, всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. На прошлой неделе не получилось, к сожалению, выпустить две серии, потому что заболел, вот сейчас только я поправился, поэтому, может быть, на следующей я все же смогу это сделать. Итак, мы можем покинуть лагерь, в принципе, прямо сейчас и направиться в Лунные Башни. Там сейчас, скорее всего, будет прям рубилово жесткое, да? Ну, давайте, посмотрим. Нам поближе, как нам подобраться-то к этим вот... Лунным башням отсюда, судя по всему. Ну, пошли. Поглядим, что там сейчас происходит. Опа. Там уже, смотри, всех раскидали. Прикольно. Норм, мы так зашли. Глянь, офигеть. Орфистка Ченти. Это столько перебили уже орфистов здесь. Кулак. Ну, кулаки, ладно, не страшно. Упырь. Сейчас осмотрим. Я, опять же, все собирать не буду. Не вижу смысла. Хотя это можно тоже, опять же, продать, но денег у меня, в принципе, более чем достаточно, я никуда это дело не трачу. Ключ стражи лунных башен. Куриное яичко забираем. Едкий клубень, это пускай остается здесь. Здесь пока все. Мой клинок отведает твои плоти, Кэтерик. Я сведу вековые счеты. Освобожденные из тени. Она возвысится во славе лунного света и укажет в своем блеске путь ко второй смерти проклятого. Так говорит мудрый Алаунда. Наш светоч ангельского гнева атаковала силы Кэтерика на крыше, и первая линия обороны уже пала. Взять башню штурмом будет непросто, и если мы прождем слишком долго, Кэтерик успеет собрать силы и нанести ответный удар. Однако мы заставили его пошатнуться впервые с тех пор, как он восстал из могилы. Вот он, решающий момент. С тобой мы добрались сюда. Скажи, что мы делаем дальше. Заходим внутрь и вначале занимаем первый этаж, отрезая все выходы. Хорошая стратегия. После этого я и мои орфисты будут держать этаж, а ты выследишь самого генерала. Флорик оставил нам отряд кулаков. Они прочешут тюрьму и казарму внизу, чтобы никто не застал нас врасплох. Командуй, и выступаем. Честно говоря, мне бы хотелось взять тебя в отряд, Джайхера. Я тронута, но я уже занята. Да будет так. Увидимся на другой стороне. Да поддержат тебя боги. Судя по всему, они выбрали тебя в свои воители. Противовесом ложной богине Абсолют. Орфисты, приготовиться. Этот свет приведет нас к победе. Этот свет даст нам отмщение павших. Час настал. Пора Кэтерику отведать вкус смерти. Ну круто, пошли. Тень к тени, скоро окончательная расплата. Тут еще с кем-то можно поговорить, да? Квартирмейстер. Невеселая работенка, у мертвецов отбирать припасы. Но я так понимаю, бой еще не закончен. Тебе что-нибудь нужно? Что у нее есть, да? Посмотрим. Может, реально что-то прикольное я смогу у нее это самое взять, только сначала я продам все лишнее, я думаю. Текс. В принципе, эти факелы можно продавать. Вот это продаем. Что-то еще, может быть, можно скинуть. И вот это можно, вот это. Ну и в принципе, что тут еще есть такого? Да ничего особенного, да, я думаю. У меня... А что у нее есть? Это что такое? Эликсир, психическая устойчивость, дает устойчивость к психическому урону. Понятно. Эликсир устойчивости к лучам. А есть этого холмового великана? Было бы неплохо, кстати. Напился бы этого зелья и потом начал бы развлекаться. Так, давай-ка вот так. Тут еще есть стрела убийства драконов. Отдадим кому-нибудь потом. Что-то может быть еще такого веселенького я смогу у нее приобрести. Но пока ничего не вижу.
Щит, щит преданности. Удар щитом, щит преданности, помощь. Понятно. Забираем все эликсиры, они нам пригодятся. Вот это у нее выкупаем. Воровские инструменты. И для разминирования. Саперные наберы. Наберы, да. Саперные наберы. Вроде все, да? Ну, в принципе, я готов. Да, светит, госпожа, твой путь. Абсолютно управляет наши клинки. У тебя нет ничего. Ты смеешь показываться здесь после всех своих художеств? Ты предал меня, предал генерала Торма. Ты предал нашего бога. И ради чего? Ради этих орфистов? Лунные башни станут им надгробием. И после смерти вы все будете служить Абсолют. Сложи оружие, я сохраню тебе жизнь. Котеночек рычит на тигра. Мальчики, пустите предателю кровь. Это ты зря, я тебе сразу говорю. Тебя ждет очень много всего невеселого. Так, она там что-то уже... О, она умерла? Да в смысле? Можно ее воскресить? Ну-ка, просто мне интересно. Или все, или для нее это смерть окончательная. Подожди, еще раз. Еще раз, что она не работает? А почему я не могу? А, потому что я только встал, да? Сейчас попробую что-нибудь провернуть, может получится. Вот. Да ты угораешь, у меня джай... Сначала, полная херня. Тут буквально чуть-чуть осталось, да? Хорошо, все, ну наконец-таки. Вы что, издеваетесь? Я только бой закончил. Какого хрена вы побежали? Что происходит, ёлки-палки? Почему они теперь стали моими врагами? Почему она теперь... Потому что они нарвались на эту херню Гейла, и теперь они враги мне. Кого она кинула? Джайхеру. Джайхере хана. Все. Мы просрали опять. Ну и все, она уже не добегает, понимаешь? И что мне делать? Путь перекрыт, в смысле? Что-то еще я могу в них метнуть? Что будем делать? Чё взрывал? А у меня же там был этот аргумент, по-моему, да? Вот это другой разговор. Чё я сразу до этого не догадался-то, ёлки-палки. Прекрасная вещь в хозяйстве. Она больше очков в действии тратит тупо на перевоплощение, блин. Потом в итоге ничего сделать не может. Стоит, тупит. И почему я не удивлен?
Сейчас вот они включатся в дело и будет нифига не весело, я вам сразу говорю. Ну вот о чем и речь. Что-то куда-то не туда. Ну ладно, бывает. И это хорошо, как бы. Настало твое время. Уж этот бой потный просто. Я даже не знаю, что здесь сказать. Как это комментировать? Начнем, наверное, с тебя. Ой, куда ты, Петровича, бьешь? Эх, я дурак. Косяк. Косячу, пипец. И это все, на что способно? Минус один. Вот сейчас подойдешь и будет тебе бобо. А сколько это длится, смертельное облако? Я просто не пойму. Там же можно посмотреть, сколько ходов это будет продолжаться. Убрать-то я его не могу. Так, хорошо, почти его добили. Вот смотри, смертельное облако. Как узнать, сколько оно будет длиться? А, типа можно еще одно, а можно убрать как-то, подожди его. Типа можно это как-то отменить? Ну так как нарушить-то? Так, ладно, а если вот так? Вот, да. Давайте лучше сделаем вот таким образом. Все, облако исчезло, хорошо. Вы его когда-нибудь добьете, я не понимаю. Ну, наконец-таки, блин, не прошло и 3 лет. Теперь надо как бы с ним разобраться, да? А еще разок давай так хорошенечко. Очень даже неплохо получилось. Теперь я пошел развлекаться наконец-таки. Очень даже неплохо, но вот буквально одного хода не хватило. А, там еще тут 3, класс. Так, ничего, нормально, все, живем. Что можем с тобой сделать? Так, давай начнем, наверное, с тебя. Минус один. Джайхера, давай там не умирай, хорошо? Где она вообще в списке? А, она еще живая, да, она же пантера типа. Надо его тоже сносить, нужно сейчас с Гейлом, наверное, поработать будет.
Ты что, серьезно? Ты после стольких ходов еще и ударить успел? Охренеть. Какой-то он слишком этот эффективный, слишком. Минус один, хорошо. Подойдем поближе. Да откуда же вы, суки, там все лезете, это я не понимаю, а? Так, ну наконец-таки, поехали. Замечательно, теперь ты. Теперь давай вот так. Джайхера стоит и думает. Что-то она не похожа на легендарного героя. Она должна была всех сама их вынести, тогда это был бы уже другой разговор. Там кто-то еще остался, я не понимаю. А, лучник. Сейчас главное, чтобы вот эта вот херня никого не дамажила, блин. Давайте скидывайте его вниз, я сам с ними разберусь. Ну, наконец-таки, ёлки-палки. Еще один паразит, забери его, он может пригодиться. Орфисты, удерживайте этаж. Никто не должен сбежать, чтобы предупредить армию. Не раньше, чем мы прикончим Кетрика. Это капец, просто я не знаю, как по-другому это описать. Ключ забираем. Чё происходит? Чё у них там это? Чё-то им плохо, да? Капец, я тут целый час просидел, даже больше. Первый бой, а чё дальше-то будет? Я надеюсь, это последний бой, да? Так, смотрим. Это забираем, пригодятся припасы. Но мы отсюда в лагерь сгонять не можем, понимаешь? Поэтому нужно поаккуратнее действовать. Где там что было? Адепт Зарел. Я не могу почему-то ее... Что происходит? Что случилось? Так, что-то я могу прокачать. Что-то я хотел уже там качнуть, я только не помню, что именно... Опасная игра уже прокачана. Псионическая перегрузка. Да давайте уже, пофигу. Одеяние ярости сердца. Ну, допустим. Алебарда бдительности. 11.23. Ну, допустим. Кольчужный доспех плюс 2. Заберем. Пригодится однозначно. Орфист. Дара. Ничего. Брин. Ну, типа, отмеченная вот звездочкой тех, кого я не осматривал еще. Персональное напоминание Зарел. Потом прочитаем. Так, вроде бы все. Да, наконец-таки можно двигаться вперед. А, ну мы уже осмотрели. Идем. F5. На всякий случай. Так, сразу лечим эту Джайхеру. Что там? А, у нее здоровье полное. Хорошо, можно не лечить. Что бы ни случилось, мы станем бурей, которая сметет это проклятое место. Пока мы держим этот этаж, башня наша. Я останусь здесь, чтобы к нам никто не пожаловал без поцелуя с Кимитром. Ты уже близко. Тебя ждет последняя аудиенция у Кутрика Торма. И пожелай мне удачи. Пусть удар твой будет точным, как у тигра, а объятия смертоносными, как у удава. Удачи.
Мы явились в львиное логово, но сегодня львы это мы. Там сейчас будет еще один бой по-любому, да? Тут хотя бы, блин, легко сейчас будет. А то после того ада... Хорошо. Сдохни! Тебе не добраться до моего господина. Сдохнешь, тогда научишься подчиняться. Ого. Она умеет удивлять. Тут немножко, понимаешь? Ну хоть что-то. Теперь давай сюда. Там кто-то еще остался же, да? Но по нему я, скорее всего, не попаду нифига. Ладно. Нет, видишь, не хватит движения никак вообще. Ладно, подождем. Маловато, надо было другой уровень. Ладно, я прошляпил. Идем дальше. А я не смогу перепрыгнуть, да? А можно это сломать? А это что такое? Костяное укровище? Что? Укровище, да, называется. О, ты сама подошла. Какая ты умница, слушай. Теперь давай можешь ее добить. Я тебе разрешаю. Замечательно. А чё у нее не восстанавливается здоровье? Потому что пробирает ее до костей холод? В чем прикол? Так, ладно. Все, да, другой разговор. Возвращай обратно. Все, я готов. Поднимаемся. А, подожди, нужно только ее облутать, что-то я забыл про этот момент. Там же по-любому что-нибудь прикольное есть. Дьявольский цеп Миркула. А, прикольно. Думаю, Уиллу пригодится, да? А то он у меня вообще там без всего. Ты... Что ты сделал? Что ты сделал со мной? Ты снова смертен, Торм. И я сейчас тебя убью. Этого не может быть. Ты раб. Животное. Ты служишь Абсолют. Ты служишь мне. Склонись, собака. Склонись. Призма. Все это время она была у тебя. Ах ты мразь. Ты склонишься передо мной. А если нет, ты сломаешься. Ты. До чего я рада видеть тебя вновь, Катерик. Наконец-то ты, похоже, нашел бога-повелителя, который тебе подходит. Эйлин, воровка.
Ты украл у меня Изабель, а теперь надеешься лишить меня и жизни тоже? Да как ты смеешь произносить ее имя? После всех своих бесчисленных преступлений ты упоминаешь его при мне? Довольно. Все это закончится здесь и сейчас. Наконец-то. Он рухнет под напором твоей силы. Не сдерживайся, бей! Боги сражаются на нашей стороне! Он такой свой достал от своей песни, когда так смешно было. Ладно. А, там кто-то еще есть? А, ну да. Надо ими тоже заниматься, как бы. А у него там 145, но у него дохера здоровья, да. Текс. Давай, подожди-ка, безрассудную атаку проведем. Замечательно, уже минус один. Но он сейчас как начнет херачить, да, там, ваншотами просто. Что он делает? Рывок. Он идет ко мне. И вот этих нужно сейчас будет раскидать по-быстрому как-то. Есть у меня одна идея. Для этого мне пригодится... Shadowheart. Слушай, она тут сама, по-моему, справится, не? Я могу уровень... А, не хватает, видишь, ячейки заклинания его 5 уровня. Это печалит меня. Ну ладно, мы можем, в принципе, по-другому сделать. Они уже почти мертвы. На следующем ходу они лягут. Теперь ты, подружка моя, давай-ка сюда. Их становится все меньше и меньше. Какая прелесть. А, там еще двое с той стороны, черт, не заметил. Ты там не умирай, елки-палки. Значит, что ты делаешь? Смотри, наверное, ты сюда и гаси их, чтобы просто у них не было... Это что было, блин? Не хватило. Зловещий лик, я не знаю, что, а типа испуг, испугался Гейл. Печалит меня это. Ладно. Так, ты там жив? Все с тобой нормально? Не, испуг. Ну ладно, сейчас попробую. Может, реально прокатит. Здесь сами справятся. Подожди-ка, давай, наверное... И неподвижность. А кто-нибудь поближе-то есть? Нет. К сожалению, мы ничего сделать здесь не можем. Ладно, в таком случае я предлагаю общий. Давай шарахнем сферу, и на этом все закончится, да? Так, как-то можно, чтобы не зацепить своих? Ладно, давай сюда зафигачим. Очень даже хорошо получилось. Тем временем мы подходим... А, она не может? А в чем проблема? Испуг, что ли, тоже? Подожди-ка. Да, у нее испуг, поэтому это печалит меня очень сильно. Что мы можем с тобой сделать? Давай вот так. Нет, это вообще ни о чем. В таком случае, давай попробую подлечить вот эту вот нашу мадаму. А, слишком далеко, нужно вот это. Путаю постоянно эти лечения все. А, там еще один остался, серьезно? Что-то я его даже не заметил. Хорошо. Тут у нас еще одна цель появилась, да, внезапно? Ну что-то Катерик какой-то слабенький, если честно. Я ожидал большего.
Он реально какой-то слабачок. После того первого боя мне что-то это кажется подозрительно легким. Либо я только... Довольно. Мой повелитель призывает меня. Ты вернешься в свою темницу, а моя дочь вернется ко мне. Твоя дочь? Изабель? Ты падешь, как падет она. Это только начало. Колоссальная щупальца, что это за тварь такая? О, ты решил подойти, познакомиться поближе, хорошо? Давай добиваем оставшихся. Где там был кто? Вот здесь. Все. Вот здесь можно пойти и отдохнуть, кстати. Ну ты погоди, F5. Что-то да, прям потненько сегодня, потненько. А подожди, кто-то там еще, что ли, что-то случилось? Не по ходам? А в чем прикол? А, тут еще есть некромант, где он вот здесь, хорошо. Все. Вот теперь мы можем отдохнуть. Эта пакость явилась снизу. Надо понять, куда оно уволокло Катрика. Нужно, по идее, вернуться и отдохнуть. Мне, кстати, интересно, а где Джайхера-то, не пойму. Кровь. Это фигня, вот она здесь. Генерал определенно обзовет это тактическим отступлением. Ты уже наступаешь ему на пятки. Призванное им существо было Элитидом. Ступай с ним вниз и отыщи его, пока он не успел снова покорить песню ночи. А ты со своими орфистами со мной не пойдешь? Им лучше остаться здесь, чтобы удерживать башню на тот случай, если армия Катерика пронюхает о нашем плане. Но если у тебя есть место для одного бойца, я готова сразиться с Катериком плечом к плечу с тобой. Хорошо, пошли вместе. Бойцов у тебя достаточно. Чтобы покончить с этим побыстрее, большой отряд не нужен. Не, пошла ты, не, я вернусь. Ради меня можешь не торопиться. Ну, потому что она не такая прям и полезная, если говорить прямо. Она только, что там она умеет, превращаться в пантеру и получать по щам, что ли, я не пойму. Это ее суперспособность. Так, ладно, пока вернемся. Давайте отоспимся и готовимся к следующему бою. Ну, очень тяжело, слушай, сегодня прям вообще капец. Кто-нибудь со мной хочет поговорить? Нет? Все, все готовятся, да? Ладно. Сейчас только пропадет эффект зелья холмового великана, что плохо. Так, ну вроде все. Ну чё, отправляемся? Раздавать люли? Или получать? Как получится. Давайте. Тут уже финал второго акта близок. Хочется посмотреть, чем закончится этот акт. Ну классный, конечно. Мне очень нравится. Вы заглядываете в дыру, оставшуюся после щупальца. Оно утащило Катерика вниз в темноту. Ну прыгнете ли вы за ним, да? Позади распахивается невообразимо огромная дыра. Единственное щупальце пробило камень. Это колокольни Элитидов. Здесь они должно быть... И выводят личинок. Мы совсем близко к источнику инфекции. Когда Уилла нужно брать с собой, хотелось бы узнать.
Все это прямо под лунными башнями. Как давно она тут? И как глубоко это идет? Будь осторожнее, мы сейчас очень близко к источнику Абсолют. Телепатический шторм превратился в бушующую бурю. Подожди-ка, я сделаю сейчас вот так. А можно с ними поговорить? Вниз, вниз, она ждет. Они считают, что мы друзья, союзники. Ну, место, конечно, такое мрачное достаточно. Погоди-ка, а что у нас вот здесь? Насколько этот данж большой, хотелось бы узнать. Удивительное дело, для мозгоедской колонии тут на редкость мало мозгоедов. Я так думаю, кальмарчики рванули на войну. На стороне Абсолют, без такого альянса, нам всем было бы намного спокойнее. Тут что-то есть, смотрите. Целая флотилия наутилоидов, сколько же верных прошло через это место. Это можно сломать, разум, понятно, идем дальше. Там всякая фигня, там вазы просто. Это, по идее... нейроустройство. Ну-ка, что с ним можно делать? А, это спуск вниз. Нам туда и надо, что ли? У кого-нибудь еще сейчас личинка суетится больше обычного? Она как будто чем-то взволнована. Ее к этому тянет. Нам, видимо, сюда и нужно было, да? А что там показывает мне? Типа, что-то там есть? Смотри. Клинок Фронтира спасти, вассала Зариэль из лунных башен. Белокурый эльф отправится по дороге о врата Балдура. Подожди-ка, Зариэль, мы пропустили ее? Серьезно? Где она там была-то? Что-то, видимо, я не туда свернул. И там уже путь врата Балдура. Нам, скорее всего, сейчас закрыто, да? И мы потом уже отсюда пойдем... ну... третий акт, я так понимаю, да? Ну-ка, сейчас давай-ка сюда сходим. Вот свернем вот здесь. Как ее спасти-то, хотелось бы узнать. Там по-любому охрана же будет, да или нет? Наверное, нужно было сейчас вот здесь Уилла брать, да? Я так понимаю, что-то есть у меня такое подозрение. Свежеватели разума и их жертвы, бок о бок. Здесь, очевидно, заражают и трансформируют похищенных. Надо было Уилла брать, да? Здесь никого. Здесь тоже никого. Подожди-ка, никто там должен быть. Постой. Да, вот здесь. Солевые бассейны, но без личинок. Необычно. Если всех личинок собрали, то это значит, что они готовятся к чему-то большему. Это капсула там Мизора? Грастов хрен! Ну, наконец! Мизора? Так это ты? Та дьяволица, за которой отправили Уилла? А, короче, да, нужно было Уилла здесь было брать. Слушайте, косяк, сейчас один момент, ребят. Давай-ка я сейчас быстренько вот сюда сгоняю, добегу с Уиллом уже, да, и включусь. Хорошо, потому что, ну, мы сейчас диалог пропустим. Мне просто сказали, что, типа, там, когда уже будет Джайхера здорового размера, тогда нужно брать с собой Уилла, но, видишь, что-то она была у меня маленькая, поэтому я фиг знает. Видимо, какой-то косяк. Сейчас, короче, мы берем Уилла, его нужно будет прокачать, я покажу, как я это сделаю. Сейчас, секундочку, Уилл. Надо ему еще оружие дать, кстати. Привет тебе. Так, пойдем со мной. Да-да-да, давай до места Shadowheart. Все, давайте смотрим, что там у него. Давно я им не играл. Заклинание новое, да, у него есть? Хорошо, что будем ставить ему? Огненный шар, кстати, хорошая штука. Потусторонние... инвокация какая-то. Броня теней пускай будет, да?
Что-то давно я его, да, с собой не брал. Сейчас кучу уровней нужно будет ему прокачивать заклинания. Что-то новенькое, может быть. Смрадное облако. Создает облако настолько тошнотворно пахнущего газа, что все попавшие в него теряют возможность что-либо делать. Очень даже ничего так. Здесь что мы можем сделать? Смотрите. Создать пылающую стену огня, опаляющую любого, кто рискнет к ней приблизиться. Потом, смотри, звериная речь, чарующее влияние. Ваш покровитель наделяет вас даром обворожения. Вы получаете умения в навыках, так не надо. Вы можете применить ложную жизнь к себе в любое время. Да, давайте. Заклинание. Даровать полет. Придать себе или союзнику способность летать. О, прикольно, слушай, пригодится черта. Сейчас быстро, ребят, гляну. Вот это, наверное. Когда враг на расстоянии удара в ближнем бою атакует вашего союзника, вы можете использовать ответное действие, чтобы провести атаку оружием по этому врагу. У цели не должно быть черты страж. Вы получаете преимущество при внеочередных атаках, а когда попадаете в внеочередную атаку по существу, оно теряет возможность двигаться до конца следующего хода. Заклинание. Конус холода. И потусторонние инвокации. Вы можете использовать заклинание замедления из ячейки заклинания колдуна. Теперь, что там у него по этому самому? Алебарда бдительности. Пускай он ей орудует, ладно, фиг с ним. Потом смотри, дальний бой. Вот это свободное. Потом здесь плащ у меня есть какой-нибудь. А когда вы отравляете врага, вы исцеляетесь. Ну, пускай просто будет уже для красоты, может быть, да, там. Призвать ворона Куота. Давайте третий круг. Хорошо, пусть будет. Сапоги. Что у нас по сапогам у него имеется? Плавное падение. Да нет, толку нет. Что по этому вот? Здесь. Клинок теней. У вас есть преимущество при испытании против обворожения. Ладно. Все. Ну, вроде все, да. Шлем, конечно, у него голимый, там есть что-нибудь получше. Нежить союзники в пределах 6 метров получают устойчивость к дробящему, режущему и колющему урону. Пускай будет. Только скроем. Будем, может, призывать кого-нибудь. Ну-ка, сейчас здесь поднимем еще. Все. В принципе, я готов. Отправляюсь, давайте буду на месте, включусь. Мизора, так это ты, вассал Зриэль? Вонючка безмозглая. А еще дольше ты сюда добираться не мог? Грастов хрен. Вытащи меня наконец отсюда. Я это сделаю, и ты дашь мне свободу. Таков был уговор. Да-да. Ну давай же. Управление доступно твоей личинке, а значит и тебе. Разбить капсулу, осмотреть устройство слева. Значение символа становится очевидным. Уничтожить. Слева. Уничтожить. Осмотри устройство справа. Ты расшифровываешь символ. На языке элитидов он означает «освободить». Давай освободим. Ты у меня умничка, Уилл. Я бы почесала тебе животик, но запах меня всегда раздражал. Ты свободна, Мизора. Свою часть сделки я выполнил. Теперь дело за тобой. Расторгни договор. Статья Z, пункт 13. Если душеприказница согласится на расторжение договора, она обязуется освободить душеносца от всех его обязательств в течение 6 месяцев.
6 месяцев? Боги, да будь ты проклятая! Бестолочь ты моя! Всегда надо внимательно читать условия. В них весь сок. Казалось бы, за все наши старания мы заслужили хоть какое-то вознаграждение. А, херня. Подожди. Сохранюсь на всякий случай, чтобы вдруг вот сейчас не получится. Давай. Во, получилось сразу со второго раза, хорошо. Еще одно? Ну ладно, после таких прыжков через обручи, маленькая конфетка не помешает. Такая сила, и подумать только, ты собираешься ею пренебречь. А теперь тебя ждут дела в лунных башнях. И не волнуйся, мы встретимся вновь очень скоро, и я тебе понадоблюсь, не сомневайся. Да, ни в чем себе не отказывай. Расскажи своим дружкам, как мы познакомились. Такая дивная история. Та-дам! Надо было ее уничтожить. На втором прохождении я так и сделаю. За труды Мизора подарила Уиллу дьявольскую рапиру, хоть и не сразу. Давай поставим. Вассалом Зариэль оказалась сама Мизора. Ну еще бы. Обман на обмане сидит и обманом погоняет. Но спасибо Триаде. Мне надо вытерпеть еще полгода, и я стану свободным человеком. То есть нет, я не то сказал. Спасибо тебе. Мизора сказала, ты можешь говорить про ваш договор и ссылку. Мне пора узнать правду. Сперва мы прикончим Кедрика Торма. Потом я отвечу на любые твои вопросы. Нам нужно обсуждать что-то еще? Ты имеешь представление, где нам искать герцога Рейвенгарда в лунных башнях? Уж точно не в простой тюремной камере. Я думаю, Торм заточил его в темницу, где-то в самых недрах башни. Чем глубже мы заберемся, тем ближе окажемся. Так, ладно. И можно еще щит, наверное, ему поставить, не? Вот, класс брони, бэмс, жега красота. Все, теперь он у нас крутой парень. Теперь осталось найти правильный путь. Что-то здесь может быть есть? Погоди-ка, стой. Приостановленный церморфоз, погоди-ка. Надиктованное писцу Янусу Энвером Гарташем. Церморфоз – процесс превращения носителя элитистской личинки в свежевателя разума. Обычно происходит в течение 10 дней после заражения. Однако личинки, отложенные нашим пленным старшим мозгом, усилены мощной нетерийской магией короны Карсуса. Эти усиленные личинки вызывают у носителей своего рода приостановленный церморфоз, состояние, в котором носитель становится восприимчивым к телепатическому влиянию и даже принуждению со стороны Абсолют, нашего старшего мозга. Для наших целей у этого влияния есть две ключевые особенности. Во-первых, превращение носителя в ментального раба Абсолют происходит совершенно неосознанно. Служение кажется ему комфортным и естественным, и никогда не подвергается сомнению. Во-вторых, подневольное состояние сохраняется даже тогда, когда носитель находится далеко за пределами обычного радиуса псионического контроля старшего мозга. Учитывая наши амбиции, этот феномен чрезвычайно полезен. Ну, тут обычный ножик, который мне не нужен. Казарма тут даже у них есть, я смотрю. Опа, это что такое? Железный палец. Ну-ка, кто такие? Пойдем поговорим. На генерала Торма было совершено покушение. Отдан приказ эвакуироваться. Тебя здесь быть не должно. Поэтому я полагаю, ты из тех, кто напал на него. Это недоразумение. Меня прислали тебе в помощь разыскать и ликвидировать изменников. Ага, ну конечно. Ну мне везет, конечно, вообще трындец. Давай еще раз.
Да что такое, а? А пофигу, давай их убьем. Ложь. Я вручу твои кости генералу Торму. Достойная кара за все содеянное тобою. Ага, конечно. А теперь давайте веселиться. Я там был удар прорубания. А можно как-то типа троих сразу зацепить? Только двоих, да? Ну, у них, в принципе, не так, чтобы сильно много здоровья, поэтому сейчас мы их раскидаем, да? Да и все. Твой труп даже черви не захотят доедать. Адское возмездие. Но что-то там не получилось адского возмездия, я так понимаю, да? Она нас просто сейчас уничтожит. И это будет нифига не весело. А, там еще кто-то есть? Вот, она здесь. Сама ко мне пришла. Очень даже ничего так получилось. Ты у нас, что у тебя за проблема, я не понимаю. Нет умения для надетого... А, серьезно? Типа, что-то, короче, я так понял, ему что-то блокирует, да? Подожди. Средняя броня, видимо, ему не подходит, да? Легкая броня ему нужна, не? И что, что-то поменялось? Нет, что-то, подожди, другое. Потусторонний разряд. Нет действия. Да, действия не хватает, видимо, это после этой атаки. Клинок теней. Сейчас будем разбираться, что-то я накосячил здесь, так не кисло я смотрю. Ладно. Да вы что, угораете, я не понимаю. Теперь я, вот, да, теперь я могу все делать, ладно. Какой же доспех, то есть нужно было не что-то другое на него цеплять, блин, у меня нифига нет, получается, да? Огненная стена. Почему недопустимая цель? Так, подожди. Потусторонний разряд. Маловато, маловато, нужно научиться им играть, блин, нормально. Ты угораешь? Все, да? Да, победили. Добивалочка. Ты угораешь? Все. Теперь давай разбираться. Что с тобой не так? То есть среднюю броню тебе нельзя, я так понимаю, да? Хорошо. Тяжелая. Тяжелая. Средняя. То есть ему, типа, если я среднюю ставлю, видишь, он сразу блок. Да, всего. То есть ему нельзя. То есть даже здесь лучше будет, да, если я одену его стандартный сет. Не, ребят. Короче, мы ничего не можем ему надеть. Ему средняя броня вообще не подходит. Ему типа либо ткань нужна, либо что-то типа такого. Теперь. Уилл, держи. Бахни на дорожку, чтобы тебе веселее было. Пускай остается у него. Ладно, давайте разбираться. Там, что там у кого было. Забираем. Не свет, но смерть. Это что такое? Разлом очередной. Подожди-ка, выходим отсюда. Сейчас мы осмотрим это место полностью, прежде чем спускаться вниз. Тут что-то еще вот здесь есть. Пойдемте посмотрим. Привет тебе. Так, пока.
Я постараюсь приберечь ячейку для заклинания, вот это вот на плюс 5. Чтобы облако пустить во время боя с Кетериком Тормом. Думаю, пригодится. Ну, облако вот это вот смерти, потому что оно дамаж так ненормальное абсолютно. Кстати. На всякий случай. Некартическая лаборатория. Нормально мы так зашли на огонек. Круто. Что-то я ищу прям себе на жопу приключений, как обычно. Неплохо. Но сюда уже не добегу, поэтому можно, в принципе, я думаю, вот так сделать. Он еще жив? Серьезно? Ну их тут до хрена, конечно, будет сложно. Недостаточно очков действия, ты прикинь. Минус один. Ну они вроде такие несложные, поэтому я думаю, что я смогу их вынести. Такс. Хотя дамажит не кисло, слушайте. Хорошо, давай. И чё? И чё? Ну, наконец-таки, там что-то какая-то задержка, блин, у него. Как у боссов в Elden Ring. Сейчас бы в такую кучу захерачить что-нибудь такое, что взрывается, да, было бы весело. Ага, я тебя понял. Давай-ка, наверное, прорубание у меня еще осталось. Троих сразу, да, давай. Ну, конечно же, это не помогло нам нифига. Давай сейчас сделаем вот так. Да вы угораете, перестаньте. О, давай, Гейл, настало твое время. Давай вот так вот, наверное, как-нибудь, да? Подожди, стой, вот сюда. Но почему так нельзя вот прям точно, как мне надо, блин? Очень даже неплохо получилось. А, он их еще поднимает, что ли? Ну, в принципе, он не... Ну, я думаю, не будет успевать в таком количестве поднимать этих тварей, в котором я их буду сейчас ложить. Ну давай, что-то странно какая-то хрень происходит. Задержки какие-то между его действием и атакой. Не хватает, ладно. Неплохо, но он еще жив, конечно же. Они нас могут сейчас толпой просто забить, кстати. Учитывая, сколько их там. Но у них не получилось, благо. Давай теперь тебя. Что-то я еще могу сделать напоследок? Не, ладно. Теперь здесь.
А, блин, я ускорение у нее забрал. Черт, что-то я тупанул. Ладно, бывает. Что ты можешь еще сделать веселенького? А, у него вообще ячеек что-то нифига нет. И давай финтом его добей уже. И он жив, конечно же, потому что у него была ложная жизнь. Класс. И что, на него не подействовало облако кинжалов, что ли? Я не пойму, что за дела? Что там у него там здоровье до хренища? Нужно что-то поменьше гасить, вот эти, которые... Попроще, наверное, да? И он живой. Ну, конечно, ну как может быть иначе с моим везением? Ох, ладно. Нет, пятого не хочу, подожди. Они все пятого уровня, да? Нет, я лучше поберегу. Чем бы их долбануть, хотелось бы, вот, вот, блин, это самое. Спросить. И опять у него ложная жизнь, ну знаешь, ну достала эта хрень, уж честно уже. Ой, да не то, не то, не то. А, ну благо она попала, хорошо, повезло. Он поднимает их, да ты задрал. А на него не действует облако кинжалов. Вообще круто, слушайте. Отлично придумано. На него вообще ничего не действует. Что происходит? Так, нужно ускорение, короче, кастовать нафиг эти облако кинжалов. Бессмысленные абсолютно. Блин, я нифига даже прицелиться не могу, потому что враги там куча мертвых валяется. Да это вообще дамага нет от слова совсем, что такое? Да твою ж за ногу вы задрали. Вообще в идеале нужно его гасить. Ну, конечно же, я не попал. Ну, как может быть иначе? Ни о чем. Ну, сейчас его уже убьют, она еще может выжить. Ну, опять он поднимается. Слушай, что-то жесть. Мы как-то не очень хорошо этот бой начали, если говорить прямо. Ну еще этого зацепило, да? Ну ничего, бывает в жизни огорчение. Так, ладно. Пока здесь я ничего сделать больше не могу, да? Чтобы поскорее карлах дали ход. А то мы что-то прям попали конкретно. О, все, пошла жаришка. Теперь я, да? Что бы мне сделать?
Так, сейчас мы что-нибудь... Подожди-ка, давай-ка, наверное, 4 уровня. Я думаю, что я могу затащить. Подожди, не дергайся. Да, блин, достал. Вот так. Теперь метнуть я могу что-нибудь? Нет, метнуть уже не могу, к сожалению. Ладно. Теперь, Уилл, давай ты не подведи, а? Сделай что-нибудь хорошее в этой жизни. Теневой короткий меч, который наносит психического урона. Ну-ка. Ну вот, типа, получен клинок теней. Как это работает? Что-то не понимаю совсем на самом деле. Все, я начинаю. Кстати, я же могу что-то чем-то обмазать свое оружие? Попробуем для разнообразия, а то мы что-то не пользуемся нифига. Хоть что-то хорошее. Так, теперь твоя очередь заканчивать работу. Теперь здесь, да? По выбору. Придется отдыхать потом после этого боя. Ну конечно, как еще там мог, блин, походить? Неудачник чертов. Ничего, все нормально, терпи, ты выживешь, давай. А может и нет, конечно. Давай. Он еще жив, да? Так, давай теперь здесь. И я еще даже могу походить, как хорошо-то, а? Ну, у него проверка прошла успешно. И это меня нифига не радует, ну-ка. Вот это было хорошо, вот это мне уже понравилось, да. Все, ну наконец-то, слушай, что-то прям очень потный бой был, просто трындец. Нашел себе приключения на жопу, как мне тебе с Катериком драться, если я не могу отсюда уйти? Вот что мне делать теперь? Не зря, наверное, я зелье все-таки покупал, да, все пригодится. И у него, ну, какое-то говно. Ну, я заберу, конечно, продам, но, типа, зачем я сражался-то? Все это было зачем? Не зря же, нет? Потому что если зря, то это пипец. Ну, Петрович, ты смотришь, что там? Кости, спасибо. Типа, зачем я сюда зашел? Ради опыта? А, подожди-ка. Не знаю, зачем я это сделал, но это сломаю. Просто потому, что я могу. Понастроили всякого дерьма тут. Не, слушай, а серьезно, а что делать? Ритуальная свеча какая-то, блин. Тут, может, кого-то можно призвать? Ну-ка, ради прикола, давай попробуем. Мы возьмем город. Все души станут вечными. Ну и? Ну, больше ритуальных свечей тут нет. Ну, допустим, ладно, давай сейчас лечиться тогда.
Где у нас там зелья-то все были? Ну это ни о чем, подожди-ка, где реально зелья? Лечение, зелья лечения у меня заканчиваются, похоже, все. Ну все вот есть у Гейла. Так, давай-ка, а подожди, стой, на место верни. Ну все зелья потратил уже, потому что ну, я не хочу еще отдых оставить на всякий случай один, да? Все, закончилось, ты прикинь. Да уж, это нифига не весело, ладно, идем дальше. Надеюсь, реально потом дадут передохнуть перед главным боем, потому что ну, это не серьезно, абсолютно. Поторопись. Город взывает о спасении. Консоль оживает, и твоего разума касается другой, чужой, исполненный отчаянной нужды, но разделенный на части. Он не полон. Он стремится соединиться, но ему нужно, чтобы ты направлял этот процесс, связав каждую часть своего разума с подобной ей частью. Начать манипуляции с разумом. Эмоция, речь, логика, память. Ну, наконец-таки, ёлки-палки. Просто чуть не застрелился, честное слово. Оскверненный барельеф. Наша судьба, план, погибель. Твои личинки откликаются эхом, не присутствием, а памятью с привкусом потери. Великий план, порядок, совершенство, единство. Каждый мир как один, каждое существо на своем месте. Потеря вдруг превращается в ярость, и когти впиваются в твой разум. Захвачен, искажен, пропал. И также внезапно боль и память уходят, и вновь остается только камень. Великий план, реставрация империи свежевателей разума. Мечта всех элитидов. Интересно, как рухнула империя элитидов? Скорее всего, с мерзким хлопающим грохотом. Ну что-то я ожидал чего-то получше, чем... просто барельеф после такой загадки. Может, что-то я реально упустил? Погоди. Это что-то маловато как-то за такой труд. А, вот, смотри, что-то есть. Клинок угнетенных душ. Бодрствующий разум, не знаю, зачем он нужен. Все? Ну-ка, что это такое? Где-то было где? Вот, наверное, да? Клинок угнетенных душ. 10-22, зачарованное оружие. Ничего интересного. Там плюс психический урон просто. Ну, такое себе. Типа, оно вообще того не стоило, честно вам скажу. Даже трофеи не дали никакой. Прям обидненько даже как-то. Хорошо, здесь-то мы все осмотрели, погоди-ка. Вот здесь у нас белокурый эльф. Ну-ка посмотрим, куда это нас приведет, просто ради интереса. Ну там, скорее всего, я не смогу пройти, что-то есть у меня такое подозрение. Ну и смрад. Интересно, сколько паломников в лунные башни окончили свое путешествие здесь? Ага. Етить, колотить, жесть, да? Хрясь, хрясь, хрясь. И что все это значит? Ну-ка, что ты мне расскажешь?
Ни единого проблеска разума не видно в его глазах. Это жалкое существо едва ли осознает реальность. Личное пространство заменилось общественным. Ты можешь убить его, закончить его несчастную рабскую жизнь. Это было бы проявлением милосердия. Но ты можешь воспользоваться его слабостью, завладеть его разумом и заставить служить тебе. Что это за место? Я, Сли, они тут проявляются. Что значит «проявиться»? Часть единого разума. Четыре лапки. Танец под одну песню. Вздрогнув, ты понимаешь, что он говорит про пожирателя интеллекта. Здесь собирают мозги, добавляя их к разуму Улья. Мне нужно найти твоего хозяина Катерика. Хозяин? Нет. Внизу, далеко. Один из троицы. Один из троицы. Что ты сделал со всеми ними? Хрясь, хрясь. Помог им проявиться? Я отправлю тебя ко всем тем, кого ты замучил. Да, да, пожалуйста. Подожди, надо его убить, наверное. Потому что, ну, что-то как-то он мучается так, мне его жалко. Как много крови. Или Тида забирает себе нужное. От остального избавляются. Кто ж с мечом сюда придет, тот, ну ты понимаешь. Ну это странно, типа, ну... Там даже не было варианта его просто убить без всяких мучений. Смерть. Наконец, свобода. Не надо больше хрясь-хрясь. Давай, добивай. Красота. Хорошо получилось. Хоть у кого-то начало получаться, блин. Неплохо. А еще там остался последний, получается, да? Не хватает действия. Давай так. Вот и все. Хорошо получилось. А что там это самое? У него есть игрушечный кубик. Ну, короче, все заберу. Ну, там я был, подожди, это самое начало. А врата Балдура вообще с другой стороны. И не факт, что можно попасть туда отсюда. Любопытненько. Что-то пока не ясно, ну-ка прикоснуться. Подношение из лунных башен. А еще можно так поприкалываться, ну-ка. Нет, он только один там был. Итак, что, мы продолжаем? Благо, что я не пошел дальше сразу, а что сделал? Заметь, сейчас настал слово за абсолют. Сейчас, короче, объясню, что делать. А я решил отдохнуть, как бы не пошел дальше, там проконсультировался немножко, оказывается, кое-что я все же упустил, сейчас покажу. Вот тут, где мы отгадывали, точнее, разгадывали загадку, сейчас, подожди, нужно найти какой-то мозг, один момент, вот здесь, кажется. И ему можно давать другие мозги, которые тут как бы есть в, скажем, количестве 3 или 4 штук, и за один из уничтоженных мозгов нам, по идее, могут дать... Что нам могут дать баф, ну, вечный. Только я не помню, где этот череп, подожди-ка. Скелет.
Ничего. Ничего. А где же это было-то? Ну, это явно не здесь. Подожди-ка, может тут? Какой-то мозг я нашел, бодрствующий разум, но... Где конкретно те мозги, то та голова, куда вставляются эти мозги, я пока найти не могу. Но это, скорее всего, не здесь. Нужно дальше искать. Я тут вроде еще не все осмотрел. И да, короче, кажется, что отдыха у меня тут не будет. Смотри, Кэтерик Торм отмечен вот здесь вопросом. Почему? А здесь? Белокурый эльф, я тебя понял. Давай сейчас походим по этой локации, да, и... Вот смотри, что-то вот здесь как будто бы было, да? Или мне кажется... Какие-то там слова, но они, видимо, просто рандомно везде появляются. То есть это, видимо, через личинку со мной кто-то связывается, пытается. Скелет-заклинатель. Подожди, это все фигня. Это не то, что нам надо. Тут, опять же, там зомби. Я просто не вижу смысла их лутать, потому что, ну, а зачем? В общем-то, зачем это делать? Если вряд ли у них что-то есть. Так, нужно чуть вперед выехать, а то мы не сможем пройти. Смотрим, пока ничего не вижу. Вот, может, сюда нужно зайти, потому что здесь дверь закрытая. Вон там еще один мозг есть, видите, да? Целая флотилия наутилоидов. Сколько же верных прошли через это место? Ну, опять же, это не здесь. Тут можно подлечиться, да, благо. Как раз-таки это место отдыха нам... А восстановились ли ячейки? Да, все ячейки восстановились, серьезно? Прикол, да, короче, все нормально, жить будем. Я уже разочаровался чутка, потому что я решил, будто бы все, типа, мы сейчас застрянем конкретно из-за того, что у меня тупо не хватит... Подожди-ка. Платформа уже тут. А, то есть это можно платформу поднять, хорошо. Но там я еще такое же нейроустройство видел, чуть дальше, где мы освободили Мизору. Может быть, там что-то у нас должно быть? Подожди-ка. А, и да, еще один момент. Получается, Уилл ее поставил полную херню. Короче, смотри. Вот здесь, вот этот вот призрачный клинок, где оно было. И можно менять, потому что это говно. Самосожжение. Ну-ка, бэмс. По-моему, что-то прикольное. Подожди. Поджигает себя для получения жара. Не, подожди-ка, это фигня. Да хотя, в принципе, я думаю, тут без разницы. Сейчас, погоди, где же мы Мизору нашли? Ну не здесь. Там что-то еще есть. Подожди-ка, я сюда ходил? Хотелось бы проверить. Ну это типа просто светильник какой-то, да? С плавающими мозгами. Что довольно интересно. Смотри, что-то... Во-первых, я тут много еще не осмотрел, судя по всему, да? А вот здесь у нас, смотри, незатейливый сундук забираем. Журнал исследований владычицы душ. Ну-ка. Эксперименты над номером 1. День 4. Я снова заметила подтекание жидкости из ротовой полости. Мне удалось установить причину. Из-за необычного способа введения паразита, его выделения вытекают наружу, а не поглощаются мозгом, как у других рабов. Я точно не знаю, почему паразит выделяет это масло. Но оно пахнет чесноком. Как мы теперь знаем, это указывает на то, что паразит питался мозговым веществом своего хозяина. Я взяла образец ушной жидкости. День 5. Вивисекция. Подопытный не проявил никаких признаков боли. Когда я разматывала кишечник, он схватил тонкую кишку, словно веревку, и потянулся ко мне, чтобы обмотать орган вокруг моей шеи и, по всей видимости, меня задушить. Увы, в его руках совсем не осталось силы. Пришлось зашить ему кишки обратно в чрево. Попробую заново в другой день. Жесть какая-то, слушай. Я видела тысячи ушей. Некоторые из них рефлекторно вздрагивали, когда чувствовали, что червь вот-вот в них зароется. Червю требуется больше времени, чтобы проникнуть в мозг. Если ушной канал не прочищен, тогда мне приходится брать в руку ушную свечу. Как же все это уныло. Я устала от бесконечных ушей. Я устала от того, что мне поручают лишь одну задачу – изготавливать рабов. Всеми сведениями о работе мозга заведуют избранные, а нам скармливают лишь крупицы знаний. Нам запрещено изучать мозговую деятельность рабов. Мне нужен новый раб, такой, о котором бы не знал Бальтазар. Существо исключительной силы воли, вроде моего старого питомца, даже под действием паразита может сохранять фрагменты своей прежней личности. Нам нужно знать, почему такое происходит. Ну, здесь понятно, пока ничего. Ладно, мы кое-что узнаем, да, об этих всех экспериментах. Видимо, это...
все происходило, ну, скажем, не быстро. Здесь вот опять же непонятно, что такое, да? И с этим нельзя взаимодействовать никак от слова совсем. А если я эту штуку разобью? Фонарь. Ну-ка, давай попробуем ради прикола, да? Может, сработает? Едкая жидкость, да? Я понял, это не работает. Едкая жидкость штука не самая хорошая. Подожди-ка, сюда давай рванем. Дневник Мэтью Буджа из незатейливый сундук. Ну-ка, забираем все. Я иногда вспоминаю нашу жизнь в Нашкеле, жизнь простых деревенских врачей. Все, что мы тогда хотели, быть лучшими в своем ремесле, научиться излечивать любые смертельные раны. Как мы дошли до жизни такой? Креса сама не своя с тех пор, как ее ручного верного забрали на тот наутилоид. Я к ней даже прикоснуться теперь не могу. Зеленеют одной лишь мысли об этом. Моя родная жена мне теперь настолько отвратительна. Впрочем, что в ней осталось от моей жены? Я думал, что избавившись от ее любимчика, я помогу ей прийти в чувство. Но она продолжает страдать по этому озверению. Трупу. Если она узнает, что это я сдал ее Бальтазару, рассказал ему, что она прятала существо у себя, она меня убьет, потом поднимет и убьет еще раз. Короче, у них были такие довольно высокие отношения, да, друг с другом. Ничего. Гриб можно, в принципе, забрать, не знаю, для каких-нибудь целей там увеселительных. Здесь, подожди, мы были один момент, вот еще смотри мозги. Письмо. Незатейливый сундук. Подожди. Забираем. Она рано или поздно засунет его и в меня. Креса, которую посвятили одновременно со мной, столько долгих лет назад. Она подсарит мне в ухо паразита, пока я сплю. Не может жить без питомца для опытов. Ей нужен раб в клетке, чтобы пойти в своей работе дальше, чем позволит ей Бальтазар. Креса, я помню время, когда мы с тобой топтали муравьев и тут же их оживляли. Наши первые смерти. Надеюсь, где-то глубоко внутри ты тоже об этом помнишь. Мне напоминает, знаешь, эту штука вот с этими червями? Одну из серий... Господи, секретных материалов. Где, помните, про червей было? По-моему, серия называется «Лед». По-моему, то ли в первом, то ли во втором сезоне. Одна из моих любимых, кстати. О, эти скользкие внутренности, эти текучие помещения. Сколько времени мы уже провели здесь, изготавливая рабов? Я больше не хочу. Голос Миркула в моей голове заглушен моими же разрастающимися страхами. Владыки костей, труса не нужны. Все вокруг здесь словно ненастоящее. Я в чреве Кракена. Меня вывернули наизнанку. Я больше не в мире живых. Серая пустошь Миркула всегда казалась мне мирной, спокойной, не такой. Здесь, получается, да, были эти вот железные пальцы. Подожди-ка, я вот там вот подходил. И что-то здесь же я не все осматривал, кажется, нет? Да, я тут просто был, здесь ничего не было. Подожди-ка, продолжаем поиски этого черепа, ну, этой головы, куда вставляются всякие мозги. Но это не здесь, кажется. Может, здесь? Хотя тут я вроде тоже был. Центр вживления личинок. Может, тут? Это мы читали про цароморфоз приостановленный. Подожди-ка. Что это было? Мне показалось? Подожди-ка. Может, вот здесь? Да, мне кажется, вот тут нужно мозги вставлять. Все верно. Нет, нет. Прикоснуться. Ты вспоминаешь разбитые окна главного собора Энтруэля на фоне полыхающего черного неба Аверна. Дети, ужасы войны крови объединяют вас. Тифлинги, дварфы и эльфы прячутся за щитами твоего ордена паладинов, уповая на спасение. Но едва минует угроза, согласию приходит конец. Вернувшийся город изгоняет вас, дьяволов, из-за которых разверся ад. Нет, нарушен оказался не твой обет, паладина. Сама твоя вера рассыпалась в прах. Устройство высвобождает поток бессвязных воспоминаний и эмоций, все, что осталось от личности обитателя капсулы. Устройство никак не реагирует на твое прикосновение или присутствие.
Безумие, истерика, хохот, его разум не выдержал. Он смеялся без остановки, когда кожа отслаивалась у него с лица. Видимо, это то, что я ищу. Отвага, твердость, вызов. Даже когда ее органы начали растворяться, она верила, что сумеет этому противостоять. Устройство никак не реагирует на твое присутствие. Подожди-ка, может что-то здесь нужно нажать? Подожди-ка. Твоя личинка устанавливает с устройством телепатическую связь, и хор статичной энергии заполняет твой разум. Каждый свежеватель разума в комнате взывает из своей капсулы, каждый голоден и жаждет освобождения и пропитания. Но в капсулах есть и другие, те, кто еще не заражен, еще не стали элитидом, им страшно, они отчаянно хотят спастись. Устройство открыто командам твоей личинки, оно в полной твоей власти. Короче, ребят, здесь я, когда записывал, я отвлекся, позвонил телефон, и я не прочитал субтитры, которые указывал на то, что в капсулах есть люди незараженные. И я случайно очистил капсулы, потому что я думал, что они все заражены, таким образом я спасаю их от ужасной участи, да? В общем, я потом в следующей серии покажу вам, что будет, если, ну... Скажи тебе, скажу, спасти всех. Но тут интересно другое. Смотрите на отношение моих сопартийцев к этому действию. Крики, агония разума, ужас, а потом ничего. Тысяча сто пять, нифига себе. Чё, сильно я там с ними поругался? Ну не, нормально. Гейл, что там? Гейлу тоже нормально, все прекрасное отношение. Устройство как не реагирует. Да, все, короче, мы здесь закончили. Просто куда эти самые мозги вставить? Даже не здесь. Может, с другой стороны? Видимо, нужно было сначала здесь проверить, да? Ёлки-палки, серьезно? Да, я не проверил все. Блин, обидно, ну ладно уже. Хотя капсула пуста, отголоски психической энергии все еще доносятся от нее. И воспоминания того, кто лежал здесь раньше, просачиваются в твой разум. Ты видишь улицы врат Балдура, эмблему огненного кулака, военные учения и придворные танцы. Ты чувствуешь отвагу солдата, ставшего командиром, и ум командира, ставшего герцогом. Рейвенгард был здесь, в этой капсуле, не так уж давно. А вот как? Блин, благо, что я его не убил. Что-то я еще могу сделать? Устройство молчит и никак не реагирует. Что-то, видимо, я не то в этой жизни сделал. Ну ладно, пошли дальше. Благо, что мы опыт хотя бы получили, да. Немножко наши товарищи, конечно, не одобрили наши действия, но... Ну как и может быть иначе? Ну бывает. Я продолжаю поиски, ничего пока не вижу. Ну вроде мы здесь плюс-минус все осмотрели. Может быть, типа, этот мозг, куда вставляется... Ну, башка, куда вставляются мозги, где-то дальше. Типа, нужно спуститься просто пониже, не? Просто я ничего такого вообще не вижу. А это что такое? Тут, типа, можно подняться, что ли, я так понимаю, или что? А, типа, нельзя, путь перекрыт. Видимо, отсюда мы и начали, да, кажется. Внутренности чьи-то, офигеть. Но там ничего не было. Ну, место максимально жуткое, конечно. Как будто мы попали в ад, да? Офигеть. Жесть. Может, что-то... А, вот здесь... А, там типа устройство было. Подожди-ка, не то. Получается, там устройство другое. Ну-ка, подожди-ка. Там что-то есть все же, смотрите. Пергамент. На нем, видимо, ничего не написано. Подожди-ка, не, это все фигня. Письмо для Абсолют.
Листок исписан детскими каракулями в окружении рисунков ребенка. Привет, Абсолют. Учитель говорит писать. Он говорит, это как молитва. Мы уже видим твою башню. Надеюсь, она светлая и хорошо пахнет, как мамин храм. Учитель говорит, что скоро пойдет за нами. Пожалуйста, присылай учителю хорошие сны. Он ворчливый, когда устает, то сильно трясет повозку. Мы все обещаем, что будем вести себя хорошо и тихо, чтобы он поспал. Жесть. Так, подожди, я еще глянул кое-что. Получается, эта штука должна быть вот тут. Вот здесь. И вот по идее вот сюда, вроде как, мы все же залезть можем. Надо проверить, подожди-ка. Как я так пропустил, не заметил. Вот еще, кстати, банка есть. Это уже четвертая. Их здесь 6, кстати. Две банки находятся в... как раз-таки около того... ну, на том столе. Где эта вот башка? Это где-то вот здесь, да? А, вон, да. Что-то как-то я не свернул. Куда надо было. Я чувствую себя великолепно. Камень резонанса. Это что такое вообще? Так. Всех существ поблизости переполняет блаженство. Камни резонанса усиливают эмоции у тех, кто находится в радиусе их действия. Только что-то не пойму. Посмотреть. Я не пойму, зачем это нужно. Руническая табличка. Точки, сломанные линии — это письмена на языке, которые ты не можешь прочитать, и все же их смысл открывается тебе. Наутилоиды, стремительно несущиеся через бескрайнюю черную пустоту, единый разум с единой целью, согласованно движущихся сквозь тьму между мирами. Замысел, который притворяется в действие, пока арабские разумы не восстали и не разрушили все это. Для меня эти символы — полная тарабарщина. Но как я их читаю? Последняя горестная запись, в которой чувствуется колоссальная опустошительная скорбь. Колония в упадке. Старейшина голодает. Он впадает в спячку, чтобы сохранить силы и лежать в ожидании грядущего спасения. Угу, вот, кажется, мы, в общем-то, сейчас и будем применять мозги. Надо было оставить мозги из начала игры. Скоро все эти смехуёчки закончатся. Никто не сможет сказать гномам, в стражам не место, Бревин. Этот Гортаж классную штуку придумал, что-то вроде тренировочного лагеря. Не знаю, как я оттуда в стражу попаду, но он вроде парень башковитый. И все? Так, ладно. Это вот новое, я вот сюда его уберу, чтобы просто знать, какие я уже вставлял. Я же не могу обкашлять лорда Горташа с ног до головы во время первого же выступления, верно? Акустика тут, прямо скажем, так себе. Интересно, где это тут? Колония элитидов, но не переживает, тут только твой разум. Ну да. Ну да, на высокое подворье я без шутки не хожу, а? Небось, тоже хочешь заполучить покровительство лорда? Он слышал, как я пела в приюте нищего. Сказал, что ему нужен кто-то, кто даст голос утерянному знанию. Честно говоря, для меня это слегка зашквар, но у него полно золота. Думаю, он знает, что делает. А теперь мне надо распеться. Очнись и оглянись вокруг. Да уж, немного естественного освещения тут бы не помешало. Но знаешь ли, эти аристократики дикие, не хуже фей. А сейчас мне надо готовиться. Пожелай мне удачи. Подожди-ка, это я забрал, да? Сюда. Неудобно сделано, блин. Голова болит. Можно я пойду в кроватку, мам?
Как ты тут оказалась? Хотя ладно. О, конечно, спи, малыш. Сладких снов, мамочка. Я тебя люблю. Жуть, конечно. Вообще просто жуть. Это ребенок. Он приходит каждый день. Три дня. Каждый день спрашивает меня, как я. Я хочу рассказать, как, но я не понимаю. Какой сейчас день? А что это за он, о котором ты говоришь? Мы все его подопытные, зверушки. Его план. Лорд Гарташ. Сейчас третий день. Она шепчет у меня в голове. Она поет. Слава Абсолют. Расскажи мне об остальных. Мы в разных клетках. Я их никогда не видела. Но когда они превращаются... Моя голова. Я чувствую, они у меня в голове. Сейчас первый день. Да, первый. 5 дней с тех пор, как он засунул мне в глаз эту штуку, но первый день его визитов. Он говорит, что я последний. Остальные уже прошли трансформацию. Сейчас второй день. Глаз болит, голова болит, но он говорит, что худшее позади. Я не изменюсь, как остальные. Он говорит, у меня почетное место, и он сможет повторить чудо. И еще имя. Верный. И последний остался разум. У стен есть уши, они знают. Нам нужно схитрить, чтобы сбежать отсюда. Ты знаешь выход? Это место живое, оно большое и мыслит. И ему нужна плоть, чтобы расти. Я видела, как в стены помещали трупы, и они там просто растворялись. Так что надо его обмануть, понимаешь? Заставить его решить, что мы его часть. Поэтому двери открываются лишь для... Постой, ну откуда здесь ты? Прочь, безмозглая тварь! Может, твой разум они и похитили, но моего им не видать. Типа это все не то. Потому что какой-то еще один. Ну-ка, а если я вставлю эту штуку, что будет? Что произойдет? Нельзя. Так, ладно. Записки Бальтазара, подожди-ка. Несмотря на все очевидные недостатки, нельзя отрицать, что у юного Гарташа ум настоящего ученого. До того, как он представил свое новое изобретение, библиотека Илитидов для нас была просто рядами плавающих мутной жижи мозгов. Теперь же нам больше не нужна псионическая сила, чтобы получить доступ к воспоминаниям. Устройство Гарташа позволяет просто вставить мозг и поговорить с ним напрямую. Мне, впрочем, не нравится, как охотно Гарташ испытывает свое устройство на собственных подопытных, тем более, что опилки от их черепов остаются на моем рабочем столе. Маньяк, короче. Ну, Гарташ-то, который, помните, да, сдал... Скажу, Карлах. Прости меня, отец, но я не могу не восхищаться избранным твоего заклятого врага. Гений Энвера Гарташа далеко заведет нас. Но не страшись, те, кто следует путем Бэйна, всегда совершают одну и ту же ошибку. Они не видят красоты уничтожения. Мистификация с Абсолют принесет нам ложную любовь новых рабов. Но как только под моей рукой соберется армия достаточных размеров, я воспользуюсь властью над рабами Абсолют, чтобы положить конец этому мерзкому миру. Я вижу свой путь через... осуществление блестящего плана Гарташа. Вместе с Гарташем и Китариком мы захватим нитерийские реликвии, контролирующие корону, а затем воспользуемся короной для управления великим планом Элитидов. Трое мертвых
извечные враги. Наши суровые покровители на некоторое время станут закадычными друзьями. Отец, ты создал меня, чтобы моя душа осталась последней в этом мире. Когда придет время и все могущество станет моим, я зарежу Гарташа и Китерика на твоем алтаре, где надеюсь умереть и я, когда весь мир будет хрипеть, испуская свой последний вздох. И тогда, отец, не останется ни одного живого существа. Все умрут для тебя. Ты будешь мной гордиться. Внизу страница добавлена другим почерком примечание. А, выходит, Орин не врала. Ну и родня у нее, балт. Там вон еще сундук, смотри. Что-то я его не сразу заметил. Он сливается просто. Вот, смотри, есть скелет. Может, у него что-нибудь? 10 раз. Тут нифига нет. Хорошо, пойдем попробуем найти путь вот сюда. Потому что если Китерик Торм вот здесь... Сейчас это уберу. Если Китерик Торм вот здесь, то что у нас вот тут? Хотелось бы узнать. Пойдем. Просто здесь, мне кажется, я что-то не пройду туда. Там, видишь, как будто бы разлом, но я не могу ничего там сделать. То есть здесь закрыто и никак не пройти. Вот сюда залезть нельзя, видишь, типа тут эта вот фигня, из которой труп вывалился. А если я ударю, попробую для разнообразия? Видишь, место в недосягаемости. Нет, нельзя с этим ничего сделать. Но там что-то есть, как будто бы. Но как туда попасть, вообще непонятно. Да? Может, типа там, если... Может быть, если мы спустимся на лифте, да, где-то, то в конечном счете мы там окажемся. Ну просто где этот лифт был? По-моему, он был вот здесь как раз-таки. Это путь к Этерику. А как оказаться вот здесь? Тут типа какая-то как будто бы кишка есть, видишь? Вот тут какая-то хрень. И вот здесь вот как-то то ли проход, то ли что-то типа того. Отправиться по дороге во врата Балдура. Но мне кажется, мы там рано или поздно окажемся, нет? Короче, непонятно нифига. Может, стоит на этом закончить? Чтобы, ну... Сейчас давайте спустимся чуть ниже, я сохранюсь, наверное, и мы закончим, чтобы я ничего не упустил, за чего вы мне подскажете в комментариях, потому что, видите, оказывается, тут много чего было, чего я мог прямо упустить. Может, тут еще мозги есть, которых я не вижу, как бы, да? Потому что, ну, вообще, по идее, здесь должно быть 6 банок, но я нашел только 5. Может, в игре всего 6 банок? Типа, еще которые... Там мозги были на наутилоиде одни, и того 6, получается, да? Но может еще где-то здесь просто упустил. Вполне себе такое возможно. Я не отрицаю. Может где-нибудь вот здесь? Подожди-ка. Да хотя вряд ли. Ну это пустые, видишь, типа коробки из, я так понимаю, в таких банках хранят мозги. Ну там уже конец. У кого-нибудь еще сейчас личинка суетится больше обычного? У меня то же самое. Что-то беспокоит ее. Там, внизу. Скорее всего, Китерик Торм именно там, да? Да. Сейчас, подожди-ка, я загляну так сюда. Можно же это? Да, здесь, короче, будет, скорее всего, последний бой. Я тебя понял. Ладно, давайте пока закончим. Серия, в принципе, получилась и так довольно длинной. Подскажите мне, ничего ли я не упустил здесь? И если вдруг можно сюда попасть раньше, скажите мне как. Я, наверное, в следующей серии сбегаю, да, и мы посмотрим, что у нас там имеется. Просто не хочется ничего упускать. Ну а так, сегодня, в принципе, мы довольно неплохо продвинулись. Продуктивная серия, да, получилась. Надеюсь, вам понравилось, ребят. В ближайшее время будет продолжение. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал. На телегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции. На второй канал, там записи трансляции выкладываются. Если вы пропустили, и не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву и развиваться. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.